Молодцы, мы боролись, мы, можно сказать, победили морально. Пусть мы физически проиграли, но дух наш не сломлен. Надежда все равно была, она есть на дальнейшее развитие футбола. То есть я думаю, что мы преодолели себя, мы показали достойное сопротивление. Мы бились до последнего, и мы с ребятами спасибо за игру. Мы очень сильно болели за наших и очень сильно расстроены. Прям столько болели до последнего. Просто переполняют эмоции вообще. Мы прям аж плакать хочется, если честно.